Самарский коллектив «Волжаночка» занимается народными танцами уже около 10 лет. В их репертуаре представлены танцы различных народов. Коллектив ежегодно принимает участие в фестивале «Самарские сезоны». Солистка коллектива Надежда Кириченко рассказывает, в этот раз они подготовили белорусский народный танец. Мы с удовольствием приходим, танцуем, общаемся. Эта жизнь нам интересна. Помогаем друг другу, общаемся. И рады, всегда рады встрече. Радость, что мы еще можем принять участие в таком большом празднике. Фестиваль-конкурс «Самарские сезоны» проходит по бальным, народным и эстрадным танцам среди ветеранов. В этом году заявки на участие в фестивале подали 91 коллектив со всех регионов России. И только 4 из них представили свои номера на гала-концерте. Это очень важно. Очень важно не просто дарить радость своим творчеством, а действительно быть оцененным и понять, что да, пожилой человек, он способен любить, творить, способен петь, танцевать, заниматься любым другим видом творчества, любой деятельностью, потому что это просто новый этап в жизни. Я прежде всего хотел бы сказать ей большое спасибо за самарские сезоны, которые 10 лет растут. Мы начинали это просто районные мероприятия во дворце ветеранов. И сейчас невероятно. Межрегиональный конкурс. Я надеюсь, что скоро мы вырастем еще больше. Фестиваль-конкурс «Самарские сезоны» проводит Дворец ветеранов в рамках проекта «Танец без границ». Августина Охременко, Константин Головин. События.